Гимн России. В синем углу ринга боксер из Литвы, 20 лет, рост 179 сантиметров, вес 80 килограммов, 400 грамм. В профессиональном ринге провел 7 боев. При 5 проигрышах одержал 2 победы. Боксер из Литвы Эгидиус Акшус! В красном углу ринга боксер из России. Возраст 27 лет, рост 181 сантиметр, вес 79 килограмм. В профессиональном ринге провел 4 боя. При одном поражении одержал 3 победы. Боксер из России Мухтар Хизриев! Слушать и выполнять все мои команды. Запрещенные приемы не применять. По затылку, по спине. Открытая перчатка. Понятно? По углам.
Поддержим наших земляков. Четвертый раунд. Thank you.
Шестой раунд.
Седьмой раунд. Дамы и господа, последний, восьмой раунд. Двигайся, двигайся! 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 Двигайся!
Дамы и господа, вашему вниманию решение судей. Судья номер один, 78-74. Судья номер два, 78-74. Судья номер три, 78-74. Единогласным решением судей победу в этом поединке одержал Мухтар Кирзиев! Для награждения поясом интерконтинентального чемпиона по боксу по версии журнала ProBox в ринг приглашаются организаторы турнира Заур Бабаев и Осман Магомедов, а также президент Федерации профессионального бокса в ЮФО и СКФО Сергей Костенко и вице-президент Василий Костенко и президент Федерации бокса, профессионального бокса Дагестана Зайналабит Гаджиев. Директор промоутерской компании «Ая Промоушенс», организатор турнира Алексей...